Добрый день. На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Вчера я еще ничего не думала, ни сеять, ни сажать. Но сегодня я приобрела календарь. Сверяемся с луной, отрывной календарь. Ну, тут написано 20-22 января растущая луна в знаке Тельца. Ну, как же что-то не посадить? Ну, я пришла сегодня домой, начала смотреть, что, где, чего я буду сеять. Решила много не сеять, конкретно что буду сеять. Луна растущая, значит, то, что растет вверх. Томаты и перцы у нас растут вверх. Ну, не абы как бы я какие томаты решила посеять. Есть у меня томат розовый мед, он с 14-го года. Это у меня не для того, чтобы рассаду получить, а для того, схожесть они сохранили или нет. Вот это свои семена я сделала в 2014 году. 6 лет они пролежали. Буду, значит, на схожесть проверять. В этом году я услышала, но услышала, конечно, в 2020 году о томатах-гномах. Очень они меня заинтересовали. Начала я искать, смотреть у подписчиков, у других блогеров, что же это такое. И выписал вот два гнома. Гном «Пурпурное сердце». Это я уж сама тут наклеила на пакетик, нашла рисунок. Тут есть семечки, положила. И гном «Фестиваль Аделаиды». Ну, сначала заинтересовала, что за томаты. Это, оказывается, такие карликовые томаты, которые низкорослые, иногда и до 1,20 м, правда, могут доходить. Многие уже знают об этих томатах, а вот мы тут глуши почти еще ничего не знали. Конечно, не для теплицы, это не для посадки в грунт, это очень рано. Сегодня 21 января. Для чего я их буду выращивать? Я надеюсь их посадить в большое кашпо или ведро. И буду выращивать их. Что же они такие томаты? То есть какие это томаты? Пурпурное сердце. Вот тут я посмотрела, что же они такое. Создан, оказывается, он в рамках проекта «Гном томатов-карликов». Гном томатный. Гном, это само слово говорит, это что уже невысокий томат. Очень компактный, говорят, листья. Не раскидистые. Листья у них какие-то вот своеобразные. Я их, правда, еще не видела, только по описанию, что они какие-то вот, как сказать, морщинистые. Вот слово никак не нашла. И для теплицы, и для грунта они пойдут, написано. Но у меня тут они, если в ведре будут, ведро может стоять и в теплице, и на веранде, и около дома. Куда его посадишь, туда и он и встанет. Они детерминантные. Вот пурпурное сердце, посмотрим. Гном, пурпурное сердце. Тут еще вот несозревшие зеленые плоды в виде сердца. Это детерминантные они. Не требуют посынкования. Если посынковать, то до первой цветочной кисти. А дальше уже будет расти так, как будет расти. Раз томат он невысокий, сказано, до 50 сантиметров может быть. Теплицы, конечно, до 60-90 сантиметров. Вес томата 100-200 граммов. Ну, может, 150-180, смотря, как, наверное, будешь ухаживать. Томаты мясистые, написано, малосеменные. Значит, семян оттуда много получить не получится. Плоды, значит, сердцевидные. Цвет пурпурно-малиновый. Пурпурно-малиновый, значит, очень ярко-малиновый, я так понимаю. Сегодня я много, конечно, сеять не буду. Посею всего 4 семечка. Гном фестиваль Аделаиды тоже 4 семечка буду сажать. Карликовый томат опять-таки. Но я вот тут о гноме пурпурное сердце забыла сказать, что он, оказывается, из двух сортов создан, этот гном. Черное сердце Бреда и дикий Фред. Гном Дикий Фред и Черное сердце Бреда. Очень интересная история. Вот когда заинтересуешься каким-нибудь томатом, тут получается именно томатами, гномами. Гном фестиваль Аделаиды.
карликовый томат, 50-60 сантиметров написано. Ну, детерминантный, можно сказать, но гном, карликовый томат. В теплице до 90 сантиметров вырастает, написано. Тут вот на картинке видно, что там с полосками. Цвет, значит, розово-лиловый, с зелеными полосками. Там дальше еще, ну, в общем, он несколько цветный, но вот с такими изумрудными полосками. Томаты плоскоокруглые, пышными плечиками. Это как вот, если плоскоокруглые, пышные плечи. Вот так я себе пока представляю. Листья то же самое, морщинистые. Пока еще ничего судить не могу. Если Бог даст, они будут расти у меня. Буду показывать, как у меня они будут расти. Вот этот два гнома. Этих я четыре буду сеять. И этих четыре буду сеять. Ну, как говорится, с Богом. Сегодня луна растущая. Тельце. Один из самых благородных, благоприятных дней. Что же я приготовила? Ну, я всегда говорю, не надо сразу в магазин бежать зачем-то вот для посадочного материала. Сегодня посмотрела, там 8 контейнеров стоит 170 рублей. Ну, думаю, ну что, там 8 перчиков у меня сядут, 170 рублей почву еще положить. Я, конечно, почву, небольшую почву, ну, немного приготовила, 10 литров. Но сегодня я с почвой не буду сажать. Это питательный универсальный грунт. Уже готовый питательный грунт. Я обычно другой грунт в больших емкостях беру. Ну, сейчас вот маленькая емкость у меня. Две упаковки я взяла. Из чего же у меня? Вот он у меня. Догадайтесь, из чего. Здесь был пирог. Вот так большой. А эти все стаканчики из детского питания. Я как-то ролик снимала, где у меня, куда я сажаю. Вот это все, что уже новые стаканчики, пока и дырки не сделанные. Если взять одноразовые стаканчики, они уже трогать их невозможно, они сразу нарушаются. Тут его и мнется он, и все на место встает. Очень такие хорошие стаканчики. Я своим детям говорю, ни один стаканчик, пожалуйста, не выбрасывайте. У меня таких стаканчиков, потому что сейчас у меня вот 2-3 внука, которые вот пока молочными биолактами, там йогурты все вот с молочной кухней питаются. Ну, стаканчиков у меня море. Вот это один контейнер. Ну, теперь вот то, что где у меня сегодняшние будут посажены. Вот такие таблеточки я купила. Торфяные, многим знакомы, конечно. В прошлом году я тоже в таких перцы сажала. Мне понравилось. Залила я тут почти горячей водой. За пару секунд они уже сразу увеличиваются. Ну, скажем, наверное, 5 раз даже. Сразу пока положила вот в стаканчики. Вот в стаканчики положила. Сюда в ложбиночку положим семечко. Вот тут уже то, что, скажем, вышло в сторону, прикроем. Ну, конкретно семечко можно показать уже. Вот медовый. Но для проращивания я, конечно, несколько буду бросать. Не одно только уже семечко. Семена свои, не жалко. Вот тут пока еще ничего не написано. Вот сюда я буду сеять. Это как гнездовой метод. Букетный способ, как говорится. Ох, покидала. Пусть себе. Сколько взойдет, столько взойдет. Вот, закрываю. Вот, это медовый розовый мед. Так. Семечки упали, потом приберусь. Ну, а дальше, это у меня уже вот тут пурпурное сердце. 4 стаканчика. Вот сюда я поставлю. И фестиваль Аделаиды. Я пока тут по 3 стаканчика только приготовила. Ну, у меня будет по 4 стаканчика. Вот. Теперь, что же, почему я сразу вот эти таблеточки посеяла? Это ставится сюда все стаканчики. Так, тут у меня уже я убрала пока. Опа, посажу. Здесь у меня сразу закроется целлофановой пленочкой.
Каждое утро можно наблюдать. Посмотрела, проклюнулась, петелка образовалась, быстренько убрали. Не все ведь в один день они могут проклюнуться. Может, один и тот же сорт и проклюнется, если разные сорта не в один день могут проклюнуться. Вот тут вот с 14 года семечко, оно не знаю, когда проклюнется, может, через 10 дней, которые семена вот уже, скажем, 5-6 лет хранения, они уже проклювываются через несколько дней. Вот эти опять контейнеры от крышки торта. Они очень удобны. Можно и одного сорта сюда. Этих крышечек у меня уже набралось очень много. Я раньше сюда даже сажала так, потом убирала ком, и сразу вот можно было высаживать. А уже последние 3 года я вот такие стаканчики. Потом перевалку делаю. Большие уже стаканчики, полулитровые. Можно уже перевалку сделать и дальше. Почему я выбрала для раннего вот такого январского посева? Я думала, перцы посею где-то вот 24-го, там один из благоприятных дней. Ну вот сегодня у меня руки зачесались, деваться некуда. Вот взяла 2 гнома. Многие пишут, что они тугодумают, то есть долго, быстро не растут. Вот фестиваль «Пурпурное сердце», по-моему, было даже сказано, за 75 дней надо высаживать. В прошлом году монгольский карлик тоже так же очень медленно рос. И вот посмотрю, если они нормально будут расти, у меня еще семена остаются, я вторым потоком посею их для того, чтобы в теплице посадить. Хотя и говорят они, скажем, и для открытого грунта, и для теплицы. Вот этот контейнер у меня для чего? Вот я здесь запариваю вот эти таблеточки. Они сразу же тут воду наливаю, разбухают. Конечно, у меня получилось, я сразу горячую землю я кладу семечки. И они быстрее прорастают. Но сегодня у меня уже успели остыть. Я даже как бы и протравливаю немножко, дезинфицирую. Заливаю и закрываю. Тут оно распаривается. Вот уже открываешь, потом достаешь стаканчик, кладешь. Есть, конечно, у меня контейнеры длинные, специально уже небольшие парнички такие. Но это опять-таки от торта. У меня в хозяйстве ничего не выбрасывается. Ну, думаю, это контейнер для чего-нибудь пригодится. Но я не скажу, что вот мне жалко денег. Ну, с другой стороны, и денег жалко. Вот у меня такая вот лента для записи, то есть для того, чтобы название написать. Они не выгорают. У меня оно вот как строительный маркер. Вот тут мне подсказывают, что это маркер. Я знаю, что это маркер. Но он не выгорает на солнце. Поэтому я обязательно вот с этим маркером. Есть у меня и черный маркер такой. Бумага очень хорошо клеится, заклеивается, не отклеивается. Клей очень хорошего качества. Вот у меня первый посев сегодня есть. Ну, запомните очень хорошо. Это такой вот даже можно небольшой. Это вот 20-22 января. Растущая луна в знаке Тельца. Что можно уже высаживать. Там было несколько календарей, но тут я мельком просмотрела, очень понравился календарь. Ну, я подумала, ну, а зачем вот думать, гадать? 2-3 календаря посмотрела, везде разные дни посадки. И неблагоприятные дни другие, и благоприятные. Ну, думаю, зачем мне надо рисковать, когда можно сделать свой календарь? Открывай день, благоприятные дни знаем. Еще раз повторяю, у нас знаки... Плодородный рак, телец, скорпион и рыба. 4 благоприятных знака. То есть луна, когда по этому знаку проходит, это самые благоприятные дни. Иногда вот и не смотришь на календаре, вот душа просит посева. Значит, надо посадить хорошее настроение с желанием. На любую луну посадим, у кого-то получится. А у кого... Ничего не получится, даже самый благоприятный день посаживаешь. Вот здесь у меня почти 30 стаканчиков поместится. Но мне очень нравится. Конечно, идеальный вариант крышка была бы, но крышку куда-то затеряли.
Может быть, картонная коробка была. Вот, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, кто как делает, какие приспособления у кого есть, какие контейнеры используете. Ну вот, как они проклюнутся, как образуются петельки, я постараюсь показать, что получилось с розовым медом. Ну, сегодня несколько перцев тоже посажу. Тоже из тех, ну, выбросить жалко, а проверить стоит. На этом пока-пока.